На днях в мемориальном доме музея академика Зелинского открылась выставка приднестровской художницы Светланы Назаровой. В экспозиции 19 живописных работ, в основном пейзажи. Все картины объединены одним названием – «Начало», что символично. Первая персональная выставка Светланы – начало ее творческого пути. Никогда ни у кого ничего не получается все сразу. Всегда есть какое-то начало, какая-то отправная точка. Вот для меня эта выставка – это моя отправная точка моего творческого пути. Отобрала те работы, которые больше всего мне нравятся и по душе, и те, которые друг с другом смотрятся по цветовому колориту. Рассветы и закаты, тишина зимнего леса и очарование осенней листвы – все это выполнено маслом и в пастельных тонах. Во всех работах теплая любовь к природе и красоте родного Приднестровья. Выставка прекрасная, радует теплом, созерцательностью, философским настроем. Работы ее пронизаны теплотой, душевностью, такой просто какой-то вибрацией душевной. Работы выполнены в пастельных тонах, очень близки по духу, отражают красоту нашего родного края. Наполнены светом, гармонией, и мы считаем, что посетителю будет интересно и приятно. Посетить экспозицию может каждый. Выставка продлится до 20 апреля.